Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать и показать приготовление известкового серного отвара. В 1852 году французский садовник Гризон впервые приготовил препарат из серы и извести, который в последующем получил название «вода Гризона», который, широко распространяясь, вошел под названием известково-серный отвар. В известково-серном отваре сера находится в соединении с известью, полисульфид кальция, который, хорошо растворяясь в воде, позволяет качественно нанести данный препарат на различные растения. Известково-серный отвар широко используется для борьбы, в частности на винограде, с такими болезнями, как антракноз при раннем весеннем опрыскивании. В период вегетации данный препарат используется для борьбы против аидиума и паутинного клеща. В 1940-е годы данный препарат был вытеснен из рынка синтетическими препаратами. Однако второе дыхание при использовании данного препарата при потребности в органических фруктах и овощах получил широкое распространение. Для приготовления маточного раствора нам понадобится 5 литров воды, которую я уже отмерил. Также я отмерил 600 грамм серы и 300 грамм извести. Также для определения и измерения крепости по шкале БОМЕ в полевых условиях нам понадобится обычная литровая банка и весы. Так, давайте приступим к изготовлению данного препарата. Для начала берем известь, высыпаем его в казан. И берем воду из нашего отмеренной емкости. И ждем минут 5. Проверяем, как известь растворяется. Если в извести окажутся нерастворенные части, в частности камни, то нам нужно извлечь эти камни, измерить по весу и добавить ровно столько же извести. Начинаем добавлять серу постепенно и перемешиваем. Вот так постепенно добавляем, перемешиваем. Постепенно перемешиваем, добавляем всю оставшуюся воду. Продолжаем размешивать. Также на данном этапе мы должны сделать отметку, чтобы знать, где находится наш уровень. Так, отмеряем уровень и делаем отметку, чтобы знать. При кипении вода будет испаряться, и мы должны его доливать до данного уровня. Поджигаем огонь. После того, как наш раствор закипит, мы его должны кипятить ровно в течение 1 часа. Периодически перемешиваем. Закрываем крышкой. И ждем момента, когда данный отвар закипит. Видим, наш отвар закипел.
перемешиваем периодически. И также с этого момента нам нужно засечь время. Мы должны его кипятить в течение 1 часа. Засекаем время. Также измеряем уровень жидкости. Видим, что у нас вода немножко испарилась. Постепенно, по чуть-чуть заливаем воду до нашей отметки. Отвар наш кипит. Также не забываем следить за уровнем нашего отвара, чтобы он находился на уровне 5 литров. По необходимости доливаем и периодически перемешиваем. Наш отвар кипит в течение часа. Теперь надо нам убрать огонь и оставить на часик, чтобы он остыл. Наш маточный отвар остыл. Нам теперь нужно определить крепость по шкале Боме. Для этого берем литровую банку, взвешиваем ее, обнуляем. Нам нужно определить, сколько будет весить 1 литр известкового серного отвара, чтобы определить крепость по шкале Боме. Набираем 1 литр. Наш отвар весит 1 кг 95 г. Данный отвар соответствует 12 градусов по шкале Боме. Ранний весенний период при искореняющих обработках используем 5% раствор. А для различных культур в период вегетации используют раствор различной концентрации. В частности, для яблоко использует 1% раствор, для слив 0,75%, а для винограда и груши 0,5%. В данном случае, чтобы получить 0,5% раствор по шкале Боме, мы должны взять 400 грамм данного маточного отвара и 9 литров 600 грамм обычной воды. Также вы, в зависимости от вашего, под этой таблицей можете высчитать, рассчитать, сколько нужно взять в данном случае вашего маточного раствора. Известково-серный раствор полисульфид кальция при попадании на поверхность растений быстро распадается на гидроксид кальция и сера. Поэтому он является практически безопасным для внешней окружающей среды. Также действие данного препарата ничем не отличается от коллоидной серы. Тот же самый препарат на основе серы. Оптимальными температурными значениями является 27 плюс 32 градуса. Также данный препарат активно защищает в течение 6-10 дней. По истечении 2 недель нужно повторить данную обработку. Также в последнее время мы не можем гарантировать химические препараты качества, а данный известковый серный отвар вы можете приготовить сами своими руками. Но опять же, перед использованием я рекомендую данный препарат испытать на отдельно взятом кусте. Также данный раствор маточный можно хранить, переливая в пластиковые тары, процеживая, и в конце на поверхность можно налить машинное автомобильное масло для того, чтобы предотвратить взаимодействие с воздухом. В таком виде данный маточный раствор в прохладном темном месте может храниться до 3 месяцев.
Всем пока, до новых видео.